Привет! На носу Новый год, и значит, сегодня я не буду вам рассказывать об очередном сложном сервисе, а от лица системы WebMoney буду поздравлять вас с наступающим! Для начала разрешите передать благодарность, респект и спасибки всем тем, кто имеет и, ну и даже не имеет отношения к WebMoney. В наступающем году желаем всем успехов, здоровья, счастья, сбычи, мёчь, ну и, конечно, тугих WebMoney кошельков. Со многими из вас мы знакомы уже давно, вместе растем, развиваемся, создаем новое, совершенствуем старое, и прямо сейчас, в уходящем 2010 году, подводя итоги, создадим такой вот топ WebMoney Chart 10 главных событий уходящего 2010 года. За последний год количество аккаунтов в системе выросло на 3 миллиона. Таким образом, мы достигли чертовой дюжины миллионов регистраций. Выросли и возможности по пополнению кошельков. С этого года пополнить кошелек можно с карты любого российского банка через банкоматы Альфа-банка. А кроме того, среди наших партнеров теперь Океан Банк, Связной клуб, Золотая корона. Значительно расширилась география WebMoney. Сервис Telepay стал доступен в 35 странах мира. Наше сотрудничество с системой Контакт расширилось на страны СНГ, а еще стало возможно пополнение кошельков в Армении и пополнение и вывод средств в Азербайджане. Ну и, конечно, стоит упомянуть о возможности пополнения Skype через WebMoney в Белоруссии, Вьетнаме и Индонезии. Повысился уровень безопасности системы. Обновленный сервис авторизации eNAM стал доступен не только в интернете, но и на различных платформах мобильных устройств. Также стало возможным подтверждать платежи с помощью SMS-сообщений и сканера отпечатков пальцев. Стали возможны платежи без регистрации в системе. Если вы еще не решились стать клиентом системы, вы все равно можете совершать покупки за WebMoney, используя VM-чек, e-invoicing или денежные переводы. Все больше интернет-магазинов подключают WebMoney. Сейчас пользователи могут совершить покупки в более чем 17 тысячах магазинов, зарегистрированных в каталоге Мегасток. В этом году к нам подключился легендарный EA Store. Теперь лучшие игры Electronic Arts можно купить за WebMoney. Мы расширяем свое присутствие в социальных сетях. В этом году Кипер появился в Одноклассниках, а в приложении Кипер ВКонтакте стал доступен сервис микрозаймов «Касса взаимопомощи». Кроме того, платные аккаунты и подарки в ЖЖ стало возможным покупать за WebMoney. А сами мы запустили свою уникальную деловую сеть events.webmoney.ru. Возобновился прямой обмен WebMoney на Яндекс.Деньги. То, чего все так ждали, наконец случилось. Теперь проверенные пользователи обеих систем могут моментально переводить деньги из одной системы в другую. В этом году мы активно общались со своими клиентами. В онлайне нас можно было найти на форумах, в блогах, на Хабре и в нашем обучающем канале на YouTube. Но мы не забыли и о реальной жизни. Мы играли в пейнтбол вместе со своими клиентами, а также впервые запустили виртуальную валюту VM Rivy для оплаты покупок со скидками на конференции RIV-2010. Регистрация в системе и восстановление ключей стали значительно проще. Теперь, чтобы зарегистрировать дополнительный в МИД, вам потребуется буквально пара кликов, а одна из лучших новостей года — существенно упрощенное восстановление доступа к Keeper Classic. Теперь в большинстве случаев восстановить контроль можно в течение нескольких минут без регистрации нового в МИД. Ну, как вы понимаете, система WebMoney не стоит на месте, постоянно развивается, и к концу 2011 года среди всего многообразия этих интересных событий нам, разумеется, с вашей помощью будет уже трудновато выбрать 11 главных событий. Представляете, что нас ждет к 2999 году? Есть повод над чем подумать и есть повод куда дальше развиваться. Всех с Новым годом!